Всем привет! Я вернулась в Алматы и давно не снимала видео, то есть после возвращения в Алматы я только редактировала старые видео. Сейчас я еду на коррекцию татуажа бровей. В общем, девчонки, я объясняю ситуацию. Не надо мне писать, что у меня кривые брови, там где-то волосы растут, где-то не растут. Знаете, дело в том, что у меня асимметрия лица. О-о-о-о. То есть... Можете даже обратить внимание, в принципе, брови ровные, но сегодня коррекция после татуажа, прошло 2 месяца примерно. И на коррекцию я не ходила, может, 1,5 примерно месяца, да. И вот вы можете наблюдать, что вот здесь у меня волосы под татуажем везде растут, в принципе, от начала и до конца, да. А здесь нет. Здесь, во-первых, я повыщипывала волосы. А во-вторых, у меня асимметрия, и вот сверху вот здесь нет роста волос. Потому что я в свое время, в общем, в детстве выщипала брови неправильно, и поэтому вот такая ситуация. Ужас. Ну ничего, я сейчас еду к Лене, и думаю, что мы сейчас все исправим. Я решила заниматься теперь дома. То есть я не хочу ходить в спортзал. Во-первых, у меня не хватает на это времени, а во-вторых, ну, это стоит денег, да? Я решила пока позаниматься дома и хочу показать вам очень-очень классный канал, по которому я занимаюсь в последнее время. Особенно мне нравится упражнение «Как качать попу». Это моя идея фикс, я сейчас хочу накачать попу, потому что мне нравятся накачанные попы. Я вот, знаете, много смотрела разных видео на YouTube, но мне почему-то очень понравился вот этот канал. Ребята молодцы, у них... Выпуски практически каждый день выходят, и, знаете, даже не то, что тут занятия есть, даже здесь есть рецепты, фитнес-рецепты для похудения, для, не знаю, поддержания веса, какие-то заменители, вот если вам нравится что-то сладенькое, то они показывают рецепт, как можно, в принципе, приготовить там батончики сладкие, которые не вредные, которые только будут способствовать похудению. Я оставлю обязательно ссылку на этот канал под своим видео, загляните к ним, я занимаюсь по вот этому упражнению. Качаю свою попку точно так же. Мне нравится, как они легко и доступно все показывают и объясняют. Блин, она еще так легко это все делает. Как же мне так научиться? На самом деле, ну, очень клевые ребята. Я вот, знаете, поприседаю так 5 раз, и у меня уже все, ноги умирают. Вот честно, я очень слабая, особенно у меня слабые мышцы вот на ногах. Вот как раз мне нужно, им нужно все это делать. Приехала на час раньше к Лене, решила позавтракать здесь в кафе. Здесь топчаны на улице стоят, тенек, и стало прохладно, мне аж попросила плед. Вот, а так на улице достаточно жарко, но в теньке холодно. Вот такой завтрак я себе заказала. Это яичница с сыром и беконом, кофе и апельсиновый сок. Ну, это стандартный, в принципе, завтрак. Ну что, девчонки, я приехала домой. И мальчишки, я знаю, что у меня мальчишки тоже смотрят. Смотрите на мое безобразие, что я постоянно с собой делаю, да? Сделала коррекцию бровей, как вы можете наблюдать. Все отекшее, опухшее. Корочка сойдет, сразу светлее уже, поэтому не переживайте. Коррекция у Лены всегда очень классная, в плане она делает... как будто бы заново, мы немного добавили коричневый цвет, и, ну, то есть, если в тот раз были они такие более сероватые, в этот раз мы добавили немного коричневого цвета, но все-таки Лена меня сейчас уговаривает на выращивание луковиц, именно вот в эту бровь, потому что я вам сегодня показывала, эта бровь у меня в порядке, да, на ней растут от начала и до конца волосы, а эта бровь у меня не в порядке, здесь небольшой островок, и дальше ничего выше не растет, и кончик вообще лысый, там нет волос. Берут волосы с затылка, ваши луковицы, да, и выращивают в брови, вот в эту часть саму. Она говорит, конечно, брови начинают расти, как бы становятся длинными, а брови растут, да, но их можно подстригать и корректировать, зато вы будете с красивыми густыми бровями. То есть, когда он прилетит, я обязательно схожу к нему на консультацию, тем более стоит там недорого. Я думаю, если я буду выращивать, то буду эту бровь полностью забивать волосами, да, а в эту добавлю тоже немного на кончик и густоты немного добавлю. Я хочу, чтобы у меня были хорошие, естественные, красивые брови, да. И просто рисунок, просто татуаж, конечно же, меня не устраивает, потому что его видно из-за того, что у меня мало собственных волос. Разбираю сейчас свои маникюрные наборы, которые мне недавно доставили. Я вам их не показывала, очень хочу показать вам, потому что я давно хотела себе
хороший качественный маникюрный набор. Я их заказала аж 3 себе. Это классический большой, дорожный вариант и третий черный для мужчин. Муж забрал его с собой в командировку, поэтому я вам не могу, к сожалению, его показать. Там он, в общем, такой черненький, там все необходимое для мужчин есть, в общем. Хочу показать вам классический вот наборчик. На самом деле я давно искала себе хороший маникюрный набор для того, чтобы брать его с собой в салон. Я не доверяю все равно мастерам, которые делают маникюр, что они качественно обрабатывают свои инструменты, да, я, конечно, в это верю, но все равно страшно, очень-очень страшно, да, приносить с собой к мастеру, который мне будет делать маникюр и педикюр. Я их, конечно, еще наточу, потому что я думаю, что они недостаточно острые. Наборы я эти заказывала на одном сайте, я ссылку на сайт оставлю под этим видео. Это наборы от фирмы Stalix. Хорошо цепляют волоски и удаляют их, в принципе. Вот такие здесь ножнички. В общем, большие есть, эти немного поменьше, эти побольше. Есть просто ножнички остренькие, закругленные, очень острые. А также есть вот такие палочки, пилочки, знаете, это для проблемных, видно, мест, потому что вот эта штучка идет с крючочком, здесь пилочка, это лопатка. Также здесь стеклянная пилочка идет, которая очень-очень хрупкая. Нужно аккуратно ее перевозить, не бросать на полку, что если бросите, сразу разобьется. В общем, вот такой маникюрный набор. Я очень о нем мечтала, потому что у меня не было. У меня были сборные какие-то инструменты с разных наборов, но я хотела себе в чехле красивый, качественный, вот чтобы он был, вот, служил мне долгое время. У моей мамы набор, она покупала его, наверное, лет 10 назад. И она до сих пор им пользуется. Я думаю, что я точно так же буду пользоваться, потому что, когда качественная вещь, конечно, это супер. Дорожный вариант здесь, ну, этот наборчик можно брать с собой. Здесь единственная была пилочка, и я ее нечаянно разбила, она упала на пол и разбилась. Маленькая такая, розовенькая, тоже стеклянная. Поэтому я вам сказала, не роняйте, когда показывала тот набор. Здесь тоже, видите, чипчики для бровей есть, такая лопаточка, ножнички. Travel версия, компактный очень наборчик, его удобно брать с собой в дорогу, что он маленький, но по сравнению с этим он, конечно, маленький. Я сейчас делаю макияж, собираюсь снимать для вас видео о покупках. Брови, не знаю, постаралась максимально замаскировать, потому что они очень яркие из-за того, что татуаж свежий. Я как будто бы кавказской национальности девчонка. Раз уж мы начали эту тему про видео, про съемки видео, я хочу показать, на что я снимаю свои видео. В общем, штатив у меня вот такой. Вангард. Купила я этот штатив недавно. Он дорогой, но очень удобный. Во-первых, он маленький, его с собой перевозить удобно. Во-вторых, он, ну, он устойчивый и, в общем, классный считается штатив, да. Я раскошелилась, но вот купила все-таки себе хорошую, качественную вещь. Он, в общем, высокий такой, классный. Снимаю я на камеру Canon 700D. Поменяла я камеру тоже совершенно недавно. Была у меня до этого, по-моему, 650. Я уже не помню. В общем, старенькая модель у меня была. А вот я как бы решила новую купить себе. И разницы не чувствую, в принципе, особой. У меня два объектива. Если вы хотите размытый фон, то снимайте на 50 мм. У меня 50 мм. 1,4 вроде, да. Ну, я что-то в этом роде. И второй объектив у меня, по-моему, 135, 18 на 135, да. Он снимает более широкий угол, можно приближать, отдалять, но вот именно размытый фон получается на 50 миллиметров. Но для этого нужно камеру очень далеко поставить, чтобы вас размыло и вообще получилась крутая съемка. Еще я иногда снимаю на GoPro, я делаю фотки на нее и под водой я снимаю видео. В экстремальных условиях можно снимать на GoPro, у меня такая палка к нему, в защитном, видите, чехле. Также у меня есть микрофон, который я подсоединяю к этой камере, когда я снимаю какие-нибудь бьюти-видео, там макияжи или покупки, там фавориты и так далее. Еще у меня есть удлинитель для микрофона, это когда я использую 50 мм, я ставлю далеко штатив, чтобы размыть фон, и пользуюсь удлинителем. Запасная батарейка у меня есть.
Плюс у меня есть внутри батарейка, плюс еще запасная, потому что, ну, бывает часто. Плюс у меня карты памяти разные есть. О, я вытащила. Надо найти 64, 32 гигабайта и так далее. Ну вот, в принципе, вся моя техника. И снимаю, я сейчас покажу, на что я снимаю эту камеру. На эту камеру я снимаю влоги постоянно. Еще иногда я снимаю на iPhone. Вот, например, сейчас я снимаю на iPhone. Да, я редактирую, кстати, в Sony Vegas, кому интересно. У меня 13-я версия или 15-я, какая там сейчас последняя, не знаю. В общем, когда я закидываю видео с айфона, это там формат, по-моему, Move или что-то в этом роде, они бывают не открываются, либо бывает отредактируешь, они просто исчезают с дорожки, это такая проблема. Я еще читала, что, ну, не только у меня, это вообще у многих происходит такое. А иногда вот я снимаю сейчас горизонтально на iPhone, да, а потом я перекидываю, почему-то видео вертикальным становится. В общем, такие заморочки, что я стараюсь на iPhone очень редко снимать, и звук пишет плохо. Поэтому вот моя влоговая камера, но я ее хочу поменять. Она еще такая, знаете, тяжеленькая, массивная, батарейки хватает, ну, может быть, на 2 часа беспрерывной съемки, это мало. Девушка лето, девушка романтик. На мне такое клевое длинное платье, прям в пол. Купила я его в Алматы. Адрес оставлю под этим видео, если вам интересно, где я купила это платье. Оно вот такое красивое. Все, пошла снимать для вас видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!